продолжение этой задачи. Да. Два моих любимых продолжения. Ребят, первое такое. Представьте себе, что написан текст. Вот там после гипотезы написано. Если с видимой стороны четное, то с невидимой гласная буква. Если с видимой стороны. Ну и наоборот. Если с невидимой четное, то... Сейчас. Если с видимой стороны четное, то с невидимой... Да. Можете вы сейчас сказать опять там надо, не надо? Сейчас. Вот гипотеза такая, что если с видимой стороны четное, то с невидимой гласная буква. Если с видимой стороны четная, то с невидимой гласная буква. Какую карточку надо переворачивать? Вот надо переворачивать. Тогда нужно переворачивать вот эту карточку. 2 это четная. Да. С другой стороны гласная буква. Нет, в этом состоит гипотеза. А это может быть верно или неверно? Разница между утверждением и гипотезой, вы понимаете? Нет, ну, допустим, принят такой закон, что если с видимой стороны черное число, то с невидимой всегда надо писать гласную букву, иначе вас расстреляют. Ну, сейчас всякие законы принимаются, почему не пройти это? Значит, если с видимой стороны черное число, то с невидимой гласная буква. Вы у себя дома нашли вот такую карточку. Надо ли немедленно не беспокоиться и стараться выполнить закон? Или не надо? Про какие карточки мы беспокоимся, а про какие нет? Про эти мы вроде не зачем нас беспокоиться, потому что к ним закон вообще не применим. Это в опасности. А вдруг мы забыли написать там гласную букву, а нам завтра власть расстреляет. Но там уже будет видимая сторона. Нет, конечно. Нет, можно вместо того, чтобы... Известно, что закон можно обойти разными способами. Можно на обратной стороне написать гласную букву. Можно просто эту карточку сжечь. А можно перевернуть в другую сторону. Тогда, что бы там ни было на другой стороне, все равно уже тоже есть опасность. Опасность будет. Лучше сжечь от греха подальше. Итак, если я переверну карточку, Александр, теперь вы поняли, что двойку переворачивать надо? Да. Проверяем только последнюю. Надо только два. Теперь, если с невидимой стороны черная, невидимой стороны черная, то с видимой гласная буква. Что нужно тогда проверять? Какие карточки нужно проверять? Если с невидимой стороны черная, то с видимой стороны гласная буква. Тогда надо проверить только А. А чего А проверять, когда с видимой стороны гласная буква? А вдруг с невидимой стороны четное число? А здесь у нас вместо гласной буквы не поймешь, что. Значит, все остальные карточки тоже вроде надо проверять. Нет, народ пока сказал Б. Б? Значит, сейчас А проверять не надо. А Б надо проверять. Потому что если с обратной стороны можно написано, допустим, 2, то тогда получается... Плохо. Хорошо, а последние карточки надо проверять, Вера? Что вы скажете? Нет. Почему? А последние надо проверять. Да, вот эти карточки 1 и 2 надо проверять или нет? Надо. Есть ли опасность нарушить закон? 1 и 2? Да. Надо, потому что с другой стороны не может быть четко. Если с невидимой стороны четная... Да, закон такой, что если с невидимой стороны четная, то с видимой обязательно гласная буква. Есть ли опасность, что эти карточки его нарушат? Да, есть. То есть, можно с другой стороны случайно у вас четная. Я считаю, что можно просто аккуратно перебрать 4 варианта. Гласная, негласная, четная, нечетная. Нет, не нужно перебирать 4 варианта. Надо посмотреть на карточку, где с видимой стороны единица, и дальше сказать какие-то простые слова. Надо переворачивать. Есть ли опасность, что она нарушит закон или нет? Есть. В каком случае так случилось? Если сзади у нее четная.
Если сзади будет написано черное число, то выяснится, а где мы вместо гласной буквы написали единицу. То есть ее тоже надо перемножить. И там тоже. И это тоже надо перемножить. Какая разница? Вдруг черное число, а здесь. То есть надо перевернуть три карточки. Да, надо на самом деле перевернуть те же самые три карточки, которые для исходной гипотезы. То есть это более такая опасная гипотеза, где нужно переворачивать все карточки. Хорошо, значит, тогда про то, что знаю, не знаю, мы немножко